Отлично, запись пошла, видеозапись будет доступна на сайте, ну и также будет в рассылке для всех участников вебинара рассылаться. Плюс в рассылочке я постараюсь сделать так, чтобы были ссылки на документацию и на те вещи, которые мы будем проговаривать, чтобы вам не искать их, чтобы можно было сразу по прямым ссылкам перейти и всю необходимую полезную информацию получить. Что еще сразу хотелось бы сказать? У вас есть раздел Questions, да, где вы сейчас ставили плюсики. Очень хотелось бы, чтобы в этом разделе вы не стеснялись, писали свои какие-то вопросы, как мне, так и коллегам, с которыми мы будем проводить этот вебинар. Обязательно на все вопросы, ну уж если не в течение сегодняшнего вебинара, то либо лично отправим, если какой-то там вопрос личный, ну, не знаю, указывайте e-mail, хотя, по сути, они у нас все равно, все ваши e-mail имеются. Вот, на все вопросы обязательно постараемся дать ответ. Давайте, наверное, начинать. Я, честно говоря, не буду, наверное, делать какую-то большую теоретическую подводку, да, про интернет-магазины, про то, насколько эта отрасль сейчас растет, какие ниши лучше, какие хуже. Про это про все расскажет коллега мой Михаил. Я немножечко расскажу про саму платформу Bittrex. Ну, всем понятно, да, что интернет-магазин уже настолько влился в бизнес, что многие открывают уже бизнес только в интернете. Да? То есть, если раньше интернет-магазин или вообще какой-то сайт, это было, ну, как некое представительство бизнеса в интернете, как дополнительный канал сбыта, дополнительный канал продаж, то сейчас все чаще и чаще мы встречаемся, что изначально магазин онлайн, да, бизнес онлайн, и потом может только уже в офлайн выходить. Ну, давайте пойдем дальше. И еще одно такое утверждение, на самом деле, оно достаточно правдивое, что современный интернет-магазин сделать, ну, достаточно сложно. Требования у покупателей к интернет-магазину постоянно растут. Тот функционал, который предлагают другие интернет-магазины, он тоже растет все больше и больше, все больше и больше всяких появляется фишечек новых. Вот. И с нуля разработать такой интернет-магазин, ну, достаточно сложно. Поэтому многие люди используют так называемые системы управления сайтом, платформы для разработки сайтов. Ну, какой одной из этих платформ является как раз именно Bittrex. Смотрите, какие требования к современному интернет-магазину мы сейчас можем наблюдать. Да, интернет-магазин должен быть красивым. Если он как-то криво сверстан, если там какие-то вырвиглазные цвета, то, скорее всего, пользователь закроет его и уйдет к конкурентам, у которых будет приятный, хороший, лаконичный, гармоничный дизайн. Во-вторых, конечно, интернет-магазин должен соответствовать требованиям SEO, да, то есть требованиям поисковой оптимизации. Вообще SEO это, пожалуй, прям вот отдельная тема для отдельного вебинара большого, но мы сегодня немножечко по SEO тоже пройдемся, посмотрим, как это в Bittrex работает, какие есть инструменты. Интернет-магазин обязательно должен быть адаптирован для мобильных устройств. Я не знаю, вот у Михаила будет про это слайд или нет, но все больше и больше людей выходит в интернет с каких-то мобильных устройств. В основном, конечно, смартфоны и планшеты. Ну, очень высока сейчас доля еще Smart TV. То есть многие люди пользуются доступом к интернету, для доступа к интернету используют телевизоры. Вот, о чем это все это говорит? Сайт должен одинаково красиво и удобно отображаться на любом устройстве, как на телефоне, так и на огромном телевизоре. Да? Поэтому это стоит учесть. И помимо того, что сайт должен красиво отображаться, многие поисковики, ну, в частности, Google и Яндекс, они учитывают, насколько удобно отображается сайт на разных устройствах, то есть является он адаптивным, адаптирован под разные устройства. И это влияет как раз на отображение поисковой выдачи. Поэтому этот факт надо обязательно учесть. Сайт должен быть персонализированным. Это тоже отдельная тема. Ну, вообще, вы знаете, говорят, вот следующий тренд, то есть сейчас тренд такой был, да, в мире интернета, это разные чат-боты. Наверняка все с этим столкнулись, да, где-то там в Телеграме, в WhatsApp, где-то еще.
появляются боты, роботы, которым можно задать какой-то вопрос, они как человек вам ответят. Многие используют такие штуки на сайтах. Вот, мы тоже про это поговорим, тоже это умеем. И говорят, что следующий тренд – это появятся такие приложения, персональные помощники. То есть приложения, которым можно будет любой вопрос задавать, да, они будут помогать отвечать на эти вопросы. Но если касаться каких-то мобильных устройств, то наверняка с этим все уже столкнулись. Так работает Siri, да, в iOS, и вот Google Play, там, окей, Google, какой-то вопрос задаешь, он тебе всю информацию подсказывает, там, где какая-то гостиница рядом находится, прогноз погоды или расписание пригородных поездов. Что еще? Проверенный АБ-тестирование. Про АБ-тестирование мы поговорим на нашем втором занятии. Ну, в двух словах, АБ-тестирование – это такой метод, который позволяет посмотреть, какая версия вашего сайта будет лучше работать, какая версия вашего сайта будет вам приносить больше денег. Конечно, интеграция с 1С, если мы говорим о более-менее, ну, даже не крупном, а скорее в среднем, мелко-среднем каком-то проекте, я не часто встречал какие-то интернет-магазины, у которых не было какой-то интеграции с 1С. То есть, ну, для совсем, может, маленьких магазинчиков, у которых там порядка 100 товаров, им управление торговлей какое-то особо не требуется. Там, да, там без этого можно обойтись, можно использовать тот функционал, который предлагается прямо внутри Битрикса, да, то есть вести торговый учет, торговый складской учет прямо в админке вашего сайта. Ну, тоже взглянем на это сегодня. И, конечно, сайт должен быстро работать и выдерживать большие нагрузки. Про это мы поговорим, насколько я помню, в нашем третьем занятии. Будут такие технические вопросы, немножечко коснемся. И что мы вам можем предложить, помимо самой платформы? У нас есть такой образцово-показательный адаптивный интернет-магазин 1С Bittrex. Мы сейчас вместе с вами его посмотрим, как он работает, вместе с вами его установим. И давайте поедем дальше. Ну и еще немножечко цифр про платформу Bittrex. Данные у меня эти, наверное, староваты уже, да, это весна 2016 года, ну, с нашей платформой работают больше 140 тысяч клиентов, больше 26,5 тысяч интернет-магазинов работают на Битриксе, порядка 13 тысяч партнеров, если честно, наверное, уже побольше, это компании, веб-разработчики, веб-интеграторы, которые занимаются созданием сайтов, интернет-магазинов, каких-то онлайн-сервисов, и которые используют при этом нашу платформу. Ну, помимо этого, у нас есть интересная штука, такая как Marketplace. Marketplace – это как магазин для вашего сайта, для вашего интернет-магазина, ну, если он сделан на Битриксе. То есть, ну, все, да, знают, что такое Google Play в Android-устройствах и что такое App Store в iOS-устройствах. То есть магазины, которые позволяют устанавливать какие-то приложения, которые будут расширять функционал вашего сайта. Здесь примерно та же история, только для вашего, для вашего сайта, да, в iOS и Google Play, это для мобильного телефона, конечно, для смартфона. Вот, в Marketplace есть и готовые какие-то решения, да, уже готовые интернет-магазины. Можете просто посмотреть, там, не знаю, если занимаетесь, планируете открыть интернет-магазин по торговле шинами и дисками, то можно вполне сэкономить денег, выбрав вот готовое решение для шин и дисков и используя его. Либо какие-то фишки, там, дополнительные модули для вашего интернет-магазина, интеграция с разными другими сервисами. Тоже все это есть. Ну, я думаю, попозже тоже про это поговорим. Давайте посмотрим сейчас, попробуем с вами произвести установку. Я презентацию уже выключу. Запишите себе или можете открыть в параллельном окошечке. Есть у нас такой сайт, который называется bittrixlabs.ru. На этом сайте можно запустить так называемую виртуальную лабораторию и запустить где-то в облаке, да, самый настоящий интернет-магазин или какой-то другой сайт, который будет работать на Битриксе, и посмотреть, как все это работает. В течение 3 часов это будет доступно. Если же 3 часов вам мало, то добро пожаловать на наш сайт 1sbittrix.ru. Здесь есть такой раздел, как «Скачать». «Скачать» мы выберем «Скачать управление сайтом».
и скачаем нашу пробную версию. Ну, мы сегодня будем говорить про редакцию бизнес. Это ну, одна из самых дорогих редакций, но она обладает, в принципе, полным функционалом, который необходим для интернет-магазина. Достаточно будет скачать, нажать, да, скачать себе на компьютер, запустить экзешник, установить виртуальное окружение, это все автоматически происходит, все очень просто, и запустить сервис вот, установки этого сайта себе локально. Если же вы хотите не локально, а куда-то себе на сервер, да, на выделенный загрузить, то, пожалуйста, есть дистрибутивы, все готовы. Помимо этого, есть готовая виртуальная машина. Я не буду сегодня рассказывать, как ее настраивать, потому что здесь, во-первых, есть документация, да, по установке продукта, здесь все описано. И, наверное, это, ну, не самый такой популярный вопрос, как настроить виртуальную машину. Ну, если будут вопросы, задавайте, подскажу где-то в личной переписке или как-то так. Вот, то есть достаточно запустить для начала, да, такую демо-версию. И, в принципе, можно начать разрабатывать сайт уже на пробной версии. В течение первого месяца внести какие-то настройки, да, импортировать туда свой каталог товаров. Потом сделать выгрузку базы данных всей вашей и залить ее там на сервер. Либо сразу разместиться на сервере и потом просто приобрести лицензионный ключ, ввести ключ и продолжить работу уже с полноценной коммерческой версии. Так, ну мы с вами пока посмотрим демо-лабораторию, запустим. Давайте я нажму кнопочку «Создать демо-сайт». Система попросила меня ввести логин админа. Я оставлю его без изменений. Введу пароль. Введу код с картинки. И нажав «Создать демо-сайт». Вот процесс установки и настройки, он ничем не отличается от процесса установки и настройки обыкновенного сайта. Там, в принципе, все то же самое. Ну и, кроме всего, вся эта процедура, опять же, описана в документации. Да? Мы с вами еще посмотрим отдельно сегодня по документации. Минут 5 этому уделим. Наша виртуальная лаборатория создана. Вот у нее такой адрес. Давайте сразу на нее и перейдем. Мастер установки продукта у нас запустился. Он предлагает выбрать нам какое-то решение для установки. Мы сегодня говорим про интернет-магазин, поэтому выберем наш готовый шаблон интернет-магазина. Хотя здесь есть разные вещи. Да? Есть там корпоративный сайт производственной компании, сайт услуг. Можно выбрать что-то из маркетплейса, загрузить и так далее. Но мы возьмем наш типовой шаблончик. Я нажму кнопочку «Далее». И перейдем к процессу установки. Шаблон у нас один здесь будет, такой вот с горизонтальным меню. Но есть разные цветовые схемы. Можете самостоятельно выбрать, какая вам больше подойдет. Я вот такую вот, наверное, голубенькую оставлю. Информация о сайте. Я здесь тоже оставлю все без изменений. Но, в принципе, вы можете самостоятельно, да, давайте, современная одежда плюс, плюсик уберем, например, пускай будет просто современная одежда. Логотипы, можете свои файлы сюда подгружать. Логотипы для мобильных устройств светлые, да, то есть предполагается, что у них будет темная подложка, и светлые будут хорошо читаться на темной подложке. Телефон для обратной связи, время работы, подпись сайта. Эти все данные можно будет потом отредактировать, но пока мы их оставим. Какие-то метаданные, ключевые слова, это как раз у нас для SEO-продвижения, да, мы сразу их укажем. Установить мобильное приложение для интернет-магазина. Отдельная тема. Давайте, пускай галка стоит. Хотя нет, уберем. Все равно у нас сайт только на 3 часа. Про мобильное приложение мы с вами в следующий раз еще поговорим. Базовая цена. Вот в данном решении в качестве публичной цены для просмотра и покупки будет базовая цена. Потом мы можем завести какие-то другие типы цен и привязать к этим типам цен какие-то группы пользователей. Ну, например, у нас будут дистрибьюторы. Да, нашей продукции. И для них мы заведем тип цены дистрибьюторская цена. Ну, пока не будем это делать. Оставим пока то, как есть. Добавим для группы все пользователи, в том числе не авторизованные, право на просмотр и покупку по этому цену, да, по базовой цене.
оставим эту галку при себе. Складской учет. Давайте оставим, да, допустим, что мы будем использовать складской учет у нас на сайте, и выберем, когда у нас будет резервироваться товар на складе. При оформлении заказа, при оплате заказа, при разрешении доставки, либо при отгрузке. Опять же, это все потом в настройках можно изменить, но оставлю пока при оплате заказа. Выбираем локализацию магазина. Ну, мы будем продавать, допустим, в Россию. Если какая-то другая страна, опять же, можно выбрать. Указываем информацию о магазине, да, и там e-mail для получения информации о заказах, название компании, местоположение, адрес, реквизиты. Для чего нужны нам реквизиты? Есть возможность клиентам выставлять счета. Вот, и для того, чтобы по этим счетам они оплачивали, мы эти реквизиты все указываем. Опять же, печать фирмы можно, файлик. Да, можно печать фирмы взять, отсканировать, приложить файлик. И документ будет вместе с печатью у клиента генерироваться. Типы плательщиков, которые будут с нами работать. Ну, мы оставим сейчас и физические лица, и юридические лица. У себя вы можете, опять же, потом это отредактировать. Оплата и доставка. Способы оплаты. Здесь всего лишь 4 способа. Мы потом можем, и, наверное, с вами попробуем добавить какой-то еще способ оплаты. И способ доставки. Тоже их по умолчанию в мастере установки их не так много, но внутри уже самой системы их достаточно много. Можно выбрать тот, который подойдет именно вам. Да, там и EMS, и UPS. Совершенно разные будут. Так, у меня началась пока установка, настройка сайта. Давайте мы сейчас с вами, я обещал пару слов про документацию. На нашем сайте 1sbitrix.ru раздел «Помощь» и есть раздел такой «Онлайн-курсы». Вот эту ссылочку я рекомендую прямо в закладочке себе добавить. И если вы хотите самостоятельно разобраться с настройкой и работой с Битриксом, то необходимо почитать вот такие курсы, как «Контент-менеджер», администратор базовый, ну да, наверное, тоже будет полезен. Администратор модуля, не обязательно по всем модулям, возможно, только по тем модулям, которые вы будете использовать. Ну, хотя бы по диагонали надо посмотреть, да, там, подумать, там, надо вам блоги использовать или нет, надо вам там веб-форму, наверняка же будете, да, какие-то вопросы проводить и веб-форму использовать. И так далее. И для интернет-магазина очень интересный курс – это администратор бизнеса. Ну, помимо того, что здесь функционал расписан, тот, о котором мы сегодня, 16-23 числа будем с вами общаться, то есть про торговый каталог, про заполнение, настройку этого торгового каталога, про отчеты, про интеграцию CRM-кой. Здесь все есть, и что самое интересное, здесь есть такая штука, как пример создания интернет-магазина. Да? То есть начиная от технического задания и заканчивая какими-то частными случаями. Здесь все это указано. Так, пока идет настройка нашего интернет-магазина, давайте взгляну, есть ли у нас какие-то вопросы. Так. Так. Звук пропадает. Ну-ка, скажите, пожалуйста, у кого-то звук пропадает еще или нет? Где будет доступна запись вебинара? Запись вебинара будет доступна у нас на канале YouTube и также вот здесь вот по этому адресу. В разделе «Мероприятия», «Вебинары». Архив. Вот он, 11 августа. Здесь будет ссылочка где-то на этой страничке на запись нашего сегодняшнего вебинара. Так, смотрю дальше вопросики. Ну, спрашивают здесь у нас, да, есть вопрос, сайт был сверстан криво,
стал вопрос проводить порядок адаптивной версии до адаптивной версии сайта или делать отдельно мобильную версию сайта. Ну, знаете, вот по мобильной версии сайта у нас есть прям отдельный вебинар, я могу дать ссылочку. Но смотрите, с моей точки зрения, надо приводить в порядок, делать нормальную верстку вашей, нормальную адаптивную верстку вашего обычного сайта. Можете написать мне или в questions, или где-то скинуть свой e-mail. Вам к квартирам надо обратиться, чтобы вам нормально все. Чтобы вам нормально все помогли настроить. Будет ли затронут вопрос по интеграции интернет-магазина с 1С предприятием? Нет, не будет, Владимир. У нас по настройке интеграции с 1С предприятием есть отдельный вебинар. Я обязательно в материалах, которые будут рассылаться участникам нашего вебинара, да, дам ссылки на эти вебинары. Как увидеть чат? Вы пишете как раз в чате, Ирина. Это не чат, это раздел questions. Чата у нас нет. Так, мобильная версия автоматически сдается. Ну, Александр, по сути, да, там требуется некоторая настройка, но, в принципе, можно сделать мобильную версию достаточно оперативно и автоматически. Про мобильную версию мы еще отдельно пообщаемся. Так, идет у меня установочка еще, настройка. Чуть-чуть долго. Сейчас, одну секундочку. Про мобильную версию. Ну, давайте пока попробуем вот так сделать. У меня есть свой небольшой тестовый сайтик. Давайте пока у нас там идет установка, мы посмотрим на него с вами. Точно так же, как будет выглядеть тот интернет-магазин, который у нас сейчас устанавливается, выглядит мой вот такой вот сайт. Интернет-магазин одежды. И, в принципе, если вы параллельно со мной запустили на Bittrex Labs, какую-то настройку или скачали демо-версию и запустили или потом запустили. Точно так же он у вас будет выглядеть. Давайте прям сверху начнем, да, разберем, что у нас пользователи привыкли видеть в интернет-магазинах и что мы им показываем. Но обращу внимание сразу, что вот эта вот серенькая панелька, это режим администратора. Я ее сверну, чтобы она не мешалась. Конечно, пользователи ее не увидят, но мы с вами как владельцы магазина, как те, кто зашел под административными правами, обязательно эту штучку, полоску будем видеть. В интернет-магазине, ну, естественно, в первую очередь мы что видим? Логотип магазина, какую-то контактную информацию, в данном случае телефон, время работы магазина. Это у нас ссылка на личный кабинет пользователя. Сразу здесь у нас корзина, да, мы показываем, сколько товаров в корзине, на какую сумму. Это, я думаю, все давно привыкли, все понимают, что это вот какой-то минимум такой в любом интернет-магазине. Далее, каталог товаров, да, то, что мы продаем. Там, обувь с какими-то подсказками, с картинками, если выпадающее такое меню есть, если есть подразделы. Потом большой такой красивый баннер, причем можно как в баннер с видео, так и какую-то простую картинку. Можно сюда объявления о акциях каких-то выводить, можно какие-то товары дня выводить сюда. Ну, это уж как вам будет угодно. Естественно, поиск, причем не простой поиск, а умный поиск. Да, если мы там тапочки начинаем набирать, он нам сразу товары показывает, тапочки, либо предлагает в раздел тапочки перейти. Кнопки соцсетей. Ну, наверное, сейчас все компании, да, если раньше говорили, что если у вас там, если у вас нет в интернете, у вас нет бизнеса. Но сейчас даже если кого-то нет в интернете, ну, в смысле, что нет какого-то персонального сайта, то наверняка есть какая-то страничка либо в Фейсбуке, либо ВКонтакте, либо канал в Инстаграме. Вот. Ну, естественно, все эти мы ссылочки показываем. Очень удобно, на самом деле, подписываться на новости вашей компании в соцсетях, потому что все больше и больше времени люди у нас в соцсетях проводят. Но также можно подписаться еще на рассылку, да, указать e-mail, нажать подписаться. Вот такой функционал тоже его сразу стоит показать. Ну, какой-то текстовый блок, почему мы, с какими-то вашими преимуществами.
Сразу здесь пошли тренды сезона, или, может быть, у вас какой-то другой блок будет. Ну, важно показать то, чем, что продается в вашем магазине. То есть, встречал я раньше, например, сайты, когда открываешь интернет-магазин, и здесь вместо баннера, да, или там вместо каталога товаров начинается какая-то отдельная песня про то, что мы, магазин, занимаемся торговлей запчастей там, для кровати с 1985 года и бла-бла-бла и так далее. Но это неверный подход, потому что ну, люди не будут читать, что вы там, с какого года вы чем занимаетесь, им это мало интересно. Им интересно, что у вас продается и по какой цене. Поэтому надо сразу, сразу показать товар выгодным лицом. Ну, прямо отсюда, если что, можно какую-то совершить покупку, выбрать товар. Сейчас смотрю, где-то должен быть, чтобы можно было выбрать цвета. Нет, нет, у меня есть почему-то такого товара. Ну, ладно, не страшно. Нет такого товара. Ну, на самом деле, если это так называемые торговые предложения, да, когда один и тот же товар разных цветов, либо разных размеров, ну, и в зависимости от того, какой цвет выберем, там картинка будет меняться. Ну, прямо отсюда можно купить что-то. Что внизу еще? Вот тут уже можно, да, какие-то блок новостей разместить, какой-то баннер еще один. Опять же, дублируем кнопки соцсетей, допустим. Указываем, дублируем наше меню, каталог товаров, какие-то разделы магазина, ну опять же, да, сразу можно на рассылку подписаться и так далее. С главной страницы, я думаю, понятно все. Давайте перейдем с вами в какой-то один из разделов, посмотрим, как выглядит у нас раздел каталога товаров. Ну, в принципе, как на главной страничке, да, мы можем выбрать какие-то товары, там изменить количество, сразу здесь купить. Тут отличительная штука какая? Ну, помимо поиска, это умный фильтр. Умный фильтр, наверняка все, кто с... Все, кто работал, да, с Яндекс.Маркетом, видел, знает, что это такое, что это за инструмент, когда вы можете в зависимости от каких-то требуемых, ну, как конкретно для вашего клиента, характеристик, свойств товара, указать только нужные и... подобрать только те товары, которые вот под ваш запрос подходят. Да, то есть, ну, вот такая штука есть. А здесь, опять же, показываем лидеры продаж, такой блок вывели, да, это специальный компонент такой, он достаточно просто настраивается. И можно вывести его там на любую страничку. И блок персональных рекомендаций, мы про это еще отдельно поговорим. Про персональные рекомендации. Ну, давайте выберем какой-то товар. Посмотрим, как у нас выглядит карточка товара. В карточке товара по максимуму описание товара, то есть чем больше информации мы предоставим, тем больше шансов, что у нас этот товар приобретут. Можем показывать информацию о наличии на складах, если у нас ведется складской учет. Опять же, здесь блок персональных рекомендаций, которые пока не будем касаться. Какие-то комментарии к этому товару можем указывать, можно там на Фейсбуке, на вашей страничке какие-то комментарии тоже писать и так далее. Ну давайте, наверное, уже оформим какую-то покупку. Там, 3 штуки купим. Что это такое мы продаем? Платье и спортивный костюм. Это корзина. Это корзина, по сути, это место на вашем сайте, в котором принимается уже последнее решение, покупать товар или не покупать. Поэтому должна быть возможность, конечно, какой-то товар отложить, если что. Давайте мы сейчас это сделаем. Да, он у нас в отложенных. Мы, если мы авторизовались, залогинились на сайте, то мы всегда потом можем вернуться в корзину, посмотреть отложенные товары и приобрести их. Опять же, в корзине мы даем возможность изменить какие-то свойства товара, да, там изменить размер или цвет, количество. Конечно, даем возможность применить купон скидки какой-то. Мы про купон скидки отдельно с вами еще поговорим и про скидочки в нашем втором занятии. Ну и здесь у нас товар, видимо, попадает, да, под какую-то одну из акций. Мы можем выбрать подарок какой-то. Давайте попробуем, да, со 100% скидкой. Ой, здорово, как нам повезло. Да, то есть есть тоже функционал такой подарков. Посмотрим, как это настраивается уже в этот вторник. Давайте оформим заказ, посмотрим, как у нас происходит процедура оформления заказа.
Он нам сразу подсказывает, что вы уже заказывали в нашем интернет-магазине, поэтому все данные они заполнили автоматически. То есть по регионам доставки, по службе доставки и так далее. Ну, я выбрал доставку курьером, хотя могу выбрать там Почту России, допустим, которая мне... Да, сервер почты, она должна мне сделать автоматический расчет, но для этого у меня должны ввести, быть введены параметры товара, там, размеры какие-то, да, и вес. У меня это ничего не введено, поэтому, ну, Почту России не буду выбирать, выберу доставку курьером. Мы эту службу еще можем с вами потом посмотреть, как она настраивается. То есть вот эту стоимость я самостоятельно указал в настройках магазина. Оплата. Разные способы есть. У меня те, которые по умолчанию стоят. Ну, так как у меня была доставка курьером, я выбрал и наличные курьеры. Хотя можем платить и карточкой, и Яндекс деньгами, и через терминал, и через Сбербанк. Давайте через Сбербанк попробуем, чтобы посмотреть, как у нас будет печататься квитанция. Так, фамилия, имя, отчество, покупатель, адрес доставки он почему-то не проставил. Видимо, я его... Странно, должен был указывать в предыдущем заказе. Так, телефон какой-то поставлю абсолютно левый, адрес доставки тоже напишу вот так. И комментарии к заказу, ну, в принципе, не буду, наверное, никакие указывать. Заказ сформирован, у меня здесь блокировалось всплывающее окно, но мы его откроем. Да, у нас клиент получает вот такого рода квитанцию. Все, если что, мы всегда можем посмотреть список наших заказов у нас в личном кабинете. Это все мы с точки зрения клиента рассматриваем. Да, посмотреть состояние заказов, какие у нас отгружены, какие не отгружены, какие формируются к отправке и так далее. Статусы, опять же, они все могут самостоятельно проставляться. Отложенные товары, да, как мы с вами и смотрели, все здесь остались. Ну и посмотреть историю заказа, что мы вообще когда заказывали. Заказ отменить, повторить, там какие-то подробности посмотреть, все здесь это присутствует. Ну, в принципе, то, что касается публичной части интернет-магазина, мы с вами посмотрели, давайте, наверное, немножечко посмотрим только про редактирование контента. Есть такой интересный режим здесь, да, который называется режим правки. Когда я его включаю и навожу курсор к какой-то из областей, у меня появляется такая вот серенькая плашечка, я жму «Изменить область» и перехожу в режим визуального редактора. Это вам со временем пригодится. Так, что-то у меня медленно здесь работает. А, вот, открылось. Вот, и здесь, если надо, я там меняю телефон на 06 было, ну, поменяю на 07. В принципе, практически весь контент на вашем сайте можно таким образом редактировать. Да, у меня флоп, сразу изменился телефон. Или мы зашли в какую-то карточку товара. Ну, вот как раз карточка, да, товара с точки зрения администратора. Можем название здесь поменять. Артикул там, в принципе, всю ту информацию, которую носили, фотографии другие загрузить. Там в плане SEO описания посмотреть, если нам надо что-то поменять, тоже можем все это здесь сделать. К другому разделу товар привязать, либо изменить цену. Но это у нас товар с торговыми предложениями, поэтому для того, чтобы менять цену, нам будет в каждое торговое предложение отдельно сходить. И так далее. Давайте перейдем потихонечку к админке сайта и посмотрим, появились ли у вас какие-то вопросы. Так, как увидеть чат, опять спрашивают, у нас нет чата. Угу. Ну, то есть сегодня на вебинаре и всегда на вебинаре чатов нет, есть раздел questions, где вы можете задавать свои вопросы, на которые я буду параллельно отвечать. Можно ли сделать шрифт покрупнее, мелко, все, а это сейчас не модно. Ну, смотрите, в данном решении вот нет какого-то ползунка, чтобы сделать шрифт покрупнее. Вы можете либо самостоятельно настроить это, если умеете там CSS редактировать, либо использовать какие-то готовые шаблоны с маркетплейса, где можно размер шрифта выбирать. Так, давайте следующий вопрос сейчас, да, немножко на вопросы поотвечаю.
Допустим, мы развернули интернет-магазин, наполнили каталог. Можем ли мы этот же каталог разместить на корпоративном сайте, естественно, без цен? Магазин и корп-сайт планируем развернуть на базе редакции «Малый бизнес». Наталья, без проблем. Ну, не знаю, либо самостоятельно будете разбираться, либо обращайтесь к партнерам. Вот у нас на сайте есть раздел «Партнеры», помогут вам это сделать. Так, Александр, какой вопрос-то у вас был? Александр уже покинул нас. Так. Валерий немножко не понял вопрос. Сейчас логин старых посетителей не работает, когда почините. Не очень понял, про какой логин старых посетителей идет речь. Можете мне напрямую написать, пообщаемся. Можно сделать оплату, чтобы клиент не видел комиссию банка. Проценты уже сидит в товаре. Не подскажу сейчас сходу. Николай, надо посмотреть, но ну, думаю, можно. Ну, по идее, у вас и так не будет виден процент банка. У вас клиент оплатит ту сумму, которую вы выставите ему, там, ну, не знаю, условно, 3000 рублей. А 3% с этих 3000 рублей заберет банк, но это на сайте нигде никак не будет отображаться. Ни при оформлении заказа, нигде. Как интересно с валютами дела? Да, не очень понятен вопрос. Ну, есть поддержка разных валют, то есть можете выводить цены в разных валютах и задавать курсы этих валют. Где меняются статусы заказа? Да, Александр спрашивает, статусы заказа будут меняться автоматически, либо вручную в админке Bittrex. Каковы способы уведомления владельца сайта оформления нового заказа в его интернет-магазине? Ну, через письмо, плюс у нас есть такая штука, как мобильное приложение для владельцев интернет-магазина на Битриксе. То есть вы можете всегда под рукой, у вас список заказов будет, кто что заказал, и будете видеть все это прямо на мобильном телефоне. Так, вы показали квитанцию из банка, можно ли добавить какую-то другую квитанцию или счет в произвольной форме? Ну, можно, но надо будет немножечко там к партнерам лучше всего обратиться, они помогут сделать. Квитанция нет, это не картинка. Закрылось у меня это еще окно. Нет, это ну, страничка с голым HTML-текстом, ну, с HTML-разметкой. Так, оплата картами уже настроена или никто не связан с банком для проведения оплаты? Ну, смотрите, здесь вопрос такой, оплата картами уже настроена или необходимо связываться с банком для проведения оплаты? Скорее не с банком, а с каким-то из агрегаторов, который как раз ваши будет обрабатывать платежи ваших карт. Ну, у нас вот по умолчанию там стоит Яндекс.Касса, можно какие-то другие агрегаторы, либо можно обратиться в банк, но это надо, чтобы у банка был обработчик написан под Bittrex. Все-таки проще через какого-то агрегатора. Посоветуйте еще, пожалуйста, сайт на старте из маркетплейса, готовое решение по приему платежей. Попробуйте посмотреть, Владислав, попробуйте посмотреть, есть такое решение, называется киоск. Вот для старта, возможно, там есть какой-то прием платежей, не подскажу. У нас в модуле интернет-магазина есть только в редакциях «Малый бизнес» и «Бизнес», поэтому прием платежей есть только в редакциях «Малый бизнес» и «Бизнес». Может ли один и тот же товар присутствовать в двух и более разделах каталога? Да, не вопрос. Ну, без проблем. Как настроить? Мы сейчас будем смотреть создание товара, и я постараюсь не забыть, покажу, как настроить этот функционал. Как настроить главное меню в типовом магазине, другой каталог товаров? Ну, это просто редактирование главного меню. Где у нас здесь? Давайте на админку перейдем и посмотрим. Так, меню редактировать. Так, это у нас, по-моему, левое меню, если не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Нет. Меню это... А, это нижнее меню. Тогда в таком случае здесь, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, редактировать пункт меню. А, вставить пункт. Нет, не здесь. Здесь у нас выявить каталог товаров. Не подхожу сейчас сходу, так кто это у меня спрашивал. Потом посмотрим с вами и пообсудим. Сейчас, одну секундочку.
Вам надо просто другой каталог товаров туда за это самое завести. Ну, можно ручками сделать, там, добавлять пункты меню. Так. Где в магазине ставить галочку на подарок покупки? Антон, это разберем на втором нашем занятии. Сделаем подарки покупки. Ну, Элина, можно, но думаю, не сегодня тоже рассмотрим. Так, если в поиске на сайте не нужно товар по маркировке. Где ошибку как настроить? Андрей, в техподдержку не подскажу сейчас. Можно ли в данном решении настроить аналоги товаров? Ну, смотрите, Денис, можно вручную прописать, можно использовать сервис персонализации. Можно сделать понятно нескольких языков с выбором языка. Можно сделать и валют, и цен, и даже отдельный даже у нас курс, по-моему, есть по многоязычности. Так. Так, ну по минимальным затратам, я думаю, лучше здесь Михаил подскажет. Так, вот Иван жалуется, что отчество теряется. Не подскажу, Иван, здесь тоже это технический вопрос, лучше техподдержку его задать. Так, про два сайта ответили. Иван, если писали техподдержку, вам что-то где-то не ответили, напишите мне. Мой адрес nikita@1s-bittrex.ru. Я вам в конце еще покажу его. Давайте перейдем потихонечку к админке. К админке. Осталось у меня не так много времени. Посмотрим, про что мы сегодня еще собирались с вами поговорим. Да, про наполнение товарной базы. У меня создался новый сайт, но давайте уже на него и перескочим. И посмотрим сейчас, из чего состоит у нас административная часть. Грубо говоря, слева у нас меню с разными разделами, справа под меню и основная рабочая часть. Рабочий стол, ну, такой инструмент, куда мы какую-то самую необходимую нашу информацию можем вводить, да, там по статистике по товарам, просто по статистике по заказам и так далее. Меню контент – это тот раздел нашей админки, где мы можем работать со структурой сайта, как с логической, так и с физической, где мы можем управлять нашими инфоблоками. Вот они, пожалуйста, да, делают какие-то настройки. Например, залезем там в инфоблок. Обувь давайте. Вообще лучше вот даже вот так. Одежду. Ну и как раз этот инфоблок мы можем настраивать так, как нам необходимо. Как раз мы говорили о SEO-описании. Давайте с этого и начнем, да? Начиная где-то у нас, по-моему, с 14-й версии появился такой мастер SEO-описания, ну, мастер поисковой оптимизации, который позволяет задавать, ну, грубо говоря, такие шаблоны SEO-описания. И задавать их вот в таком виде. Да? То есть шаблон MetaTitle будет выглядеть у нас таким образом. Каталог, мы выбираем какую-то переменную, там this name, то есть название этого каталога, название этого раздела автоматически будет подставляться. Да? Каталог, все описание будем видеть, каталог обувь от магазина Одежда Плюс. И такие переменные здесь мы можем самостоятельно выбирать, которые нам нужны, и подставлять сюда. Таким образом будет создаваться вот такое вот SEO-описание, причем создаваться будет автоматически в каждом товаре, в каждом разделе нашего каталога. Да, все это тут настраивается, пожалуйста, для элементов, тут все, описание будет выводиться уже прям в товаре.
То есть не придется каждый товар сидеть, настраивать, все будет работать из шаблонов. Помимо этого, что касается SEO, я сейчас про SEO так достаточно коротенько. Давайте наберу через поиск. Где у нас? Да, настройка robots.txt. Отдельно есть, да, в маркетинг кто уехал, отдельно есть раздел по поиску оптимизации. Ну, во-первых, вы можете авторизоваться здесь с помощью вашего аккаунта в Яндексе или в Гугле для того, чтобы вести рекламные кампании, да, прямо из админки вашего сайта. На самом деле очень удобно. Ну и опять же здесь можно генерировать как robots.txt, да, так и sitemap XML генерируется прямо тут. Я не буду, наверное, сейчас подробно на этом останавливаться. Какой-то там стартовый набор можно взять, использовать ее. Система сама пропишет, к каким папкам и файлам следует для поисковых роботов открывать доступ, а каким нет. Есть руководство по управлению, да, здесь ссылочки. И про что хотелось бы еще сказать, ладно, это потом. По SEO оптимизации давайте чуть-чуть попозже еще поговорим. Пока перейдем то, с чего стоит начинать работу с вашим интернет-магазином после того, как вы его запустили. Это такой вот инструмент, который называется мастер-магазин. Находится в разделе «Магазин», «Настройки», «Мастер-магазина». Здесь, по сути, пошаговая инструкция по тому, что надо сделать для запуска вашего, для настройки интернет-магазина, без которых он не будет работать нормально. Здесь разные рекомендации, да, и по основным настройкам, там, используемые валюты, единицы измерений, типы плательщиков, мы сейчас пройдемся, все это посмотрим. По вводу товаров, по интеграции с 1С-кой, отдельно здесь все это есть, настройка платежных систем, тоже посмотрим сейчас. И вот как раз этот блок «Основные SEO-настройки магазина», он здесь есть. Как это работает? У нас будет документация как раз, да, по настройке SEO, по там, созданию уникальных title, description, keywords и так далее. Когда все это будет сделано, надо будет нажать кнопочку, что да, задание выполнено. И можно будет возвращаться в мастер и делать уже следующие какие-то шаги. Ну вот, например, карта сайта, да, создание. Robots.txt мы с вами сделали. Давайте сейчас карту сайта тоже попробуем сгенерировать. Я все по умолчанию оставлю. Сделали, задание выполнено. Тут подробнее, вот опять же, да, можно документацию щелкнуть, где будет описано, для чего нужна эта карта сайта и так далее. Я не буду сейчас на этом останавливаться, потому что у меня совсем мало времени осталось. Вот, опять же, да, подключение к Яндекс Вебмастер, Google Вебмастер, переиндексация интернет-магазина. Ну, все, что касается SEO, здесь, в принципе, достаточно подробно описано. Давайте лучше сейчас вернемся к каким-то основным настройкам. По поводу валют спрашивали. Есть возможность использовать разные валюты. У меня базовая валюта – это рубли, но также заведены и другие валюты. В принципе, товар я могу продавать и в других валютах. Ну, здесь, опять же, да, один вопросик такой был у девушки, не помню, как зовут. Напишите мне. Сделаю ссылочку по валютам отдельно, где это посмотреть. Ну, наверное, даже разошлю ее всем. Единицы измерений. Товары у нас могут продаваться в разных единицах измерений, да, как в штуках, так и там, в килограммах, в метрах, в литрах и так далее. Можно прямо с классификатора их выбирать, настраивать и также в самом товаре указывать, в каких единицах будет продаваться товар. И ну, там, указывать, например, кратность. То есть хотите продавать там не по одной штуки, а по 5 штук. Ну, можно настроить. Сейчас посмотрим. Будем заводить товар. Взглянем, как это выглядит. Типы плательщиков. Мы уже смотрели, да, с вами, что у вас могут быть физические лица, юридические лица. Ну, здесь это настраивается. Вся информация там, для какого сайта, активно или нет. Это просто достаточно простая настройка такая. Статусы заказов не будем сегодня касаться, не успеем. Про заказы будем говорить на втором уроке, и в том числе и про статусы.
Ну, замена телефона из социальных сетей. Это мы с вами посмотрели, как телефон меняется. В принципе, ссылки на соцсети точно так же меняются. Варианты цен не будем пока тоже трогать, оставим на второе занятие. А вот ввод товаров посмотрим с вами. Скорее всего, вы будете товары импортировать из какого-то, ну, скорее всего, это будет 1С или какой-то CSV файл, но также можно создавать товары вручную. Как это происходит? Нажали кнопку «Создать товар» и начинаем описывать. Я напишу «Тестовый товар». Указываем название. Что ж такое? Срок активности товара, если нам это необходимо для того, чтобы товар там в какое-то определенное время продавался. Указываем бренд, какие у нас бренды заведены. Если необходимо, там галки ставим, там новинка, это лидер продаж и так далее. Это все для того, чтобы у нас такие плашечки цветные выводились. Указываем артикул какой-то, там производители, материал, если надо, цвет, картинки. Что мы рекомендуем купить с этим товаром? Вот я помню, был вопрос, да? Ну, можно вот вручную это выбрать. Из каталога смотрим, там, не знаю, платье, он выберу какое-то. Платье и... Не знаю, что там, нижнее белье какое-то, допустим. Выставляем тему форму для комментариев, если у нас есть какое-то обсуждение данного товара. И так далее. Там максимальная минимальная цена, сколько комментариев, прочее описание, информация для анонса товара, подробная информация о товаре, SEO, причем SEO, да, мы видим. Сейчас давайте применим этот товар. А, цену мы еще не поставили. Ну, тем не менее, да, по шаблону, видите, у нас сразу появилось тестовый товар, купить тестовый товар, ну, то есть название товара здесь вот появляется. Картинкам подписи здесь все это прописываем точно так же. Разделы. Спрашивали, может быть товар в нескольких разделах. Ну, достаточно просто, да, у нас есть вот таким вот образом выглядит разделы нашего магазина. Я нажимаю Ctrl и выбираю несколько разделов, у нас в разных разделах будет показываться. И раздел «Торговый каталог». Здесь мы указываем нашу базовую цену, например, 1000 рублей. Закупочная цена у нас автоматически будет проставляться, так как мы ввели складской учет. Закупочная цена у нас возьмется из документов при формировании этого, при проводке этого документа. С НДС, без НДС, опять же, указываем здесь. Если у нас есть расширенные... Ну, такие, как вам сказать, расширенный тип управления ценам, например, когда у нас, смотрите, один товар стоит 1000 рублей, а, например, от 1 до, вот так вот, от 2 до 5 товаров у нас будет стоить товар уже 900 рублей, да, то есть мы дадим им 10% скидку. И, например, от 6 и выше у нас будет стоить уже 800 рублей. Применяем. Все, цена у нас сократилась, и в зависимости от количества товара разная цена будет показываться. Что еще здесь? Параметры товара. Там доступное количество, зарегистрированное количество. Везде у нас эти цены мы здесь поменять не можем, потому что у нас включен количественный складской учет. Если мы настройку количественный складской учет отменим, то можно будет эти цены менять. Единица измерения. Штука, допустим, будет. Коэффициент единицы измерения, да, давайте поставлю 5, как раз покажу. Мы сейчас этот товар зайдем, посмотрим. Так, количественный учет ведется, мы можем выключить его. Здесь тоже все это можем повыключать. Какие-то весы, размеры, давайте применим сейчас посмотреть. Так, параметры. Ну, не даст нам здесь все равно это пока менять. Скидки. Ага, скидка на нижнее белье действует у нас на данный товар, потому что он у нас попал в раздел «Нижнее белье». У меня на нижнее белье, на раздел «Заведена» скидка 10%. Но это мы отдельно еще с вами посмотрим. В общем, вся информация, товар у нас сохранен. Где у нас? Нижнее белье, он как минимум появился. Давайте зайдем в нижнее белье и посмотрим на него. Перейду в раздел «Сайт». Нижнее белье. Вот он у нас, наш тестовый товар. Да? Я не могу его купить одну штуку, я могу покупать только по 10 штук. Смотрите, цена у нас поменялась.
Давайте вот так. процентов, да, и цена у нас, цена получилась 800. Так, странно, почему-то получается тогда количественная скидка не сработала. Нет, она получается у нас, все правильно, сработала, она стоила 1000. Количественная скидка сработала за счет того, что у нас больше 5, у нас получилось по 800 рублей, да, мы видели, мы забили эту цену. И от этих 800 еще 10% вышли, получилось 720 рублей за такой вот товар. Так, по товарам, что еще хотел сказать. Есть разные типы товаров. Есть простой товар, тот, который мы сейчас создали. Есть товар с торговыми предложениями. Давайте вот этот простой тестовый товар. Из него сейчас, наверное, да, не сделаю. Да, вот так вот сделаю. Товар с торговыми предложениями. И попробуем использовать генератор торговых предложений. Очень удобный инструмент. Если вы забиваете какие-то товары с нуля, то вы можете указать, да, какие-то параметры товара там. Название товара. Вот так вот сделаем. Так, единица измерения штука. Цена будет базовая. И выбираем свойства. Мы делаем разные цвета. У нас в справочниках уже забиты какие-то определенные свойства. Мы можем выбрать, если это обувь, то размер обуви тоже, да, из справочников тоже забито. Если одежда, то размер одежды. И жмем генерировать. Изображение не буду сейчас подцеплять. Суть не в этом. Я сгенерировал, у меня получилось 1, 2, 3, 4. 4 товара разных цветов. Давайте применим сейчас, вернемся в корзину и посмотрим, как это у нас выглядит. То есть я не заводил каждый раз отдельно новый товар. Я просто нажал сгенерировать, он у меня только по цветам сгенерировался. Где у нас нижнее белье было это? Вот у нас эти товары уже... этот товар разных цветов, да, появился. Я могу здесь выбирать. Ну, если бы я немножечко больше времени этому посвятил, то мог бы картинки каждому цвету приложить и так далее. Вот такой вот достаточно удобный инструмент. Генератор торговых предложений называется. Помимо... помимо таких простых товаров и товаров с торговыми предложениями, есть еще такие товары, как наборы и комплекты. Да? То есть товары, которые могут продаваться либо каким-то набором, либо каким-то комплектом. Так, ну сейчас уже не буду на этом останавливаться. Давайте тоже оставлю на второе занятие, потому что у меня, к сожалению, заканчивается время. Так, если какие-то вопросы еще есть... Напишите, пожалуйста, наполнение товарной базы, настройки платежных систем. Давайте это тоже оставим на второе занятие. У меня, по идее, сегодня 1,5 часа, но надо уложиться, на самом деле, в 1 час. А на следующем занятии мы полчасика этих добавим и сможем как раз чуть-чуть побольше поговорить про наполнение товарной базы. Посмотрим, как из CSV добавлять какие-то файлы. И посмотрим настройку платежных систем и служб доставки. Там совсем немного. Как увидеть чат, спрашивают? Никак его не увидеть. Так, давайте посмотрю вопросы. Вопросы. Так, два сайта уже ответили. Их можно видеть в одном. Угу. Как дополнить с помощью Excel файла? Да, через CSV модуль. Давайте прям посмотрим это вот во вторник на живую. Я создам какой-нибудь CSV-шный файлик, и мы посмотрим, как это делается. Так, сколько категорий можно классифицировать товар по цене? Ну, как угодно, сколько угодно категорий. Так, связь пропадает. Символ рубля можно использовать. Символ рубля. Ну, это можно, но, опять же, это надо будет к партнерам обратиться. Там небольшую настройку надо будет сделать. Так, для чего становится минимальная, максимальная цена? Отвечу, запишу себе, помечу этот вопрос. Да, там есть определенные нюансы.
как указать цену со скидкой на карточке товара, стоит причет цена и новая со скидкой. Но у вас, когда скидка применяется, у вас будет показываться новая. А, вы хотите... Не очень понял, Николай, вопрос. Ну, напишите мне отдельный вопрос, подумаю, как на него лучше ответить. Мы продаем товар по артикулу, но бывает товар от разных производителей с разным артикулом. Замечательно, такое, ну, да, такое бывает. Не очень понял вопрос, наверное. Доступ в админку можно сделать только для управления заказов. Можно настраивать доступ в админку, но только для разных инструментов. Да, есть такая возможность. Второе занятие у нас будет 16 августа, во вторник. Сколько стоит ваш магазин? Антон, я про цены попозже расскажу, ну, как бы не сегодня даже. В самой редакции, стоимость редакции вы можете на сайте посмотреть в разделе «Купить управление сайтом». Обращаю внимание, что у нас сейчас акция идет на управление сайтом, скидка 10%, по-моему. Есть ли какой-то парсер товаров с сайта поставщика? Николай, есть, но не у нас. Это надо к партнерам обращаться. Ой, прошу прощения. Так, если как сделать, чтобы ссылка на презентацию пришла на e-mail? Эмилия, обязательно и ссылку, и на презентацию, и на все материалы мы вам все разошлем. Можно в CRM, в календаре делать отгрузку. Не очень понял, как, но скорее нет. Расширенные цены есть только в редакции бизнес. Разные типы цен, многосклоговость и так далее. Я искренне надеюсь, что все наши сегодняшние слушатели послушают и второе, и третье занятие. Сегодня у нас была такая очень сильно общая вводная часть. Мы познакомились просто немножечко с системой Bittrex, да, посмотрели, как выглядит со стороны пользователя, посмотрели, как выглядит со стороны администратора. И во втором-третьем уроке мы подробнее остановимся именно на начинке, на внутренностях, на торговом каталоге. А сейчас я на торговом каталоге, заказах, скидках и всяких других интересных штуках. Видео на e-mail. Ну, я думаю, сегодня-завтра видео выложим и отправим его на e-mail. Так, передаю слово коллеге Михаилу. Про лицензию. Ну, сейчас еще отвечу на один вопрос. Михаил пока может готовиться, я уже включил микрофон. Стоимость лицензии, смотрите. Ну, во-первых, как я уже говорил, интернет-магазин есть в малом бизнесе и в бизнесе. Они несколько различаются. В бизнесе побольше функционала. Можно начать на малом бизнесе делать сайт и потом сделать апгрейд до большого бизнеса. Такое возможно, да, просто разницу в цене отплатив. Лицензия идет бессрочная, и эта лицензия в течение года вы получаете бесплатное обновление, весь лет новые редакции скачиваете, которые мы выпускаем. А по истечению этого года вы можете либо вот продолжить пользоваться продуктом в том виде, в котором вот он у вас есть, либо, если хотите дальше использовать всякие новые фишки, которые мы выпускаем, всякие облачные сервисы, про которые мы еще поговорим, то тогда надо приобретать продление. Если в течение месяца вы это продление приобретаете и активируете, то оно стоит всего 22% от стоимости лицензии. То есть, если мы говорим про лицензию на бизнес, да, 65 тысяч оно сейчас стоит, то продление льготное, давайте прям посмотрим. Льготное продление на бизнес на год стоит 16 тысяч 38 рублей. Ну, для интернет-магазина, ну и, в принципе, для любого, наверное, бизнеса 16 тысяч рублей на год – это не такая большая сумма. Так, я, к сожалению, вынужден уже закругляться все-таки, поэтому уже окончательно точно передаю слово Михаилу. Михаил? Все, экран виден. Можно что-нибудь сказать, чтобы мы проверили, слышно ли тебя? Пока не слышно. Электронку свою напишите. Иван, дам электронку в рассылке. Она простая, nikita@1s-bittrex.ru, ну, дам ее в рассылке. Михаил, тебя, к сожалению, пока не слышно. Надо вернуть какие-то настройки, которые мы с утра с тобой делали. Сейчас слышно? Да, сейчас слышно, и я тогда отключаю свой микрофон.
Отлично. Так, давайте продолжим. Собственно, представлюсь, Михаил Шифер, руководитель отдела продаж в веб-студии Ромза. Никита говорил про то, что на рынке Bittrex есть marketplace, рынок готовых приложений. То есть мы одни из его основателей. Возможно, некоторые из вас знают наше решение Bittronic 2, сподвигали вот этот рынок. Роман Забродин, основатель компании, он имеет статус MVP, то есть как человек, внесший большие заслуги в развитии самой платформы Bittrex. И тема у нас на текущий момент – как запустить интернет-магазин в популярных нишах, как выбрать нишу. И в моем докладе будет небольшой, скажем, теоретический, практический курс. Это по поводу того, насколько большой рынок интернет-магазинов, какие ниши сейчас популярны, то есть это буквально там 10-15 минут. И еще 15 минут, то есть мы поговорим именно уже на примере готовых решений, то есть чем они отличаются, в чем плюсы и минусы, какие подводные камни. Мне, чтобы проще было ориентироваться, я предлагаю немного нам познакомиться. Я в режиме вебинара озвучу некоторые ваши ответы. Напишите, пожалуйста, кем вы являетесь. То есть у вас, например, стартап, и вы только думаете стартовать интернет-магазин, выбираете сейчас какую-то нишу, предварительно думаете, например, торговать одеждой. Возможно, у вас есть уже действующий какой-то бизнес, да, возможно, это даже торговля, то есть вы просто хотите масштабировать его, то есть, и тоже смотрите какую-то нишу. Может быть, вы технический специалист, который смотрит для себя новые решения, какие-то возможности. Может быть, наш партнер, коллега Bittrex. Ну, или бизнес, что ищет вообще новые рынки. Напишите вопросы, да, я их чуть-чуть позже озвучу. И в дальнейшем буду показывать на примере тех ваших ниш озвученных, то есть именно что можно сделать, что можно настроить. Собственно, еще раз о чем поговорим. Ниша, идеи, выбор, то есть, собственно, готовое решение или старт с нуля. Потому что на той же платформе Bittrex, как показывал Никита, можно стартовать на готовом решении, можно делать индивидуальную разработку и кейсы, примеры, то есть именно готовых магазинов рабочих. Проверю сейчас, писали ли что-то вопросы. Так, вот я вижу, то есть планируют учиться на программистов. Вижу услуги продажи, заправка картриджей и ремонта. Александр Куликов, кстати, запомнил, даже покажем пример магазина такого. Сегодня мы смотрели уже. Даже, то есть, так, ортодонтический центр Галина. Галина, это я так понимаю, что у вас как сайт-визитка. То есть, так, Марк. Понял, пишет, что изучает вот, что услуги администрирования сайтов, изучает Bittrex. Елена, это свой коллеги, что работает с Bittrex, вижу тоже. Так, вот, вижу еще ниши, то есть производство салфеток, Антон Гусев. Так, смотрю, еще кто-то писал, не писал. Вот что интересно, мы сейчас проговорим про самые популярные ниши в интернете, то есть которые пользуются больше всего спросом, пока их не было практически. Так. Собственно, пошли. Есть в том числе наши клиенты, то есть автоаксессуары, магазины косметики, сантехники. Так, контент-менеджер. Так, отлично. Я примерно сориентировался. Давайте начнем. Я сделаю на весь экран свою презентацию. Итак, прежде всего, про рынок интернет-торговли мировой. В среднем он растет на 20% за год. Сейчас идет некая стагнация уже, стагнация роста, то есть он по-прежнему растет, но уже не так быстро. То есть от 1 триллиона в 2012 году до где-то в этом году уже до 2 триллионов, ну и еще планируется, что еще он вырастет. И как же это относится с нами, то есть с Россией, то есть куда интернет-торговля в целом и интернет пришли позже. В России около 11 миллионов активных жителей, примерно 25 миллионов, может быть сейчас чуть больше, то есть вот два года назад слайд, активных онлайн-покупателей, и еще есть потенциал тех, кто не имеет опыта покупок в интернете.
Если мы посмотрим, сколько было всего заказов, например, средний чек, то мы получим в 2015 году объем рынка 650 миллиардов. То есть у нас такой же примерно прирост, это около 16%. И в целом динамика такая, что вот за те же практически года, да, то есть рост по сравнению с мировым рынком, то есть в 2,5 раза, то есть, например, с 2012 года, то есть это 315 до 650, ну или даже с 275, с 2011 до 650 миллиардов. Итак, аудитория растет российского интернета, поэтому в целом деньги есть. И первый вопрос, на который то есть, люди отвечают, когда стартуют свой интернет-магазин, то есть, а что продается в интернете? Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что в интернете продается почти все. Но при этом есть ниши, которые пользуются большим спросом. И они были всегда, в принципе, то есть, и не меняются пока. Это одежда и обувь, то есть очень популярна торговля одеждой. Это вся электроника от бытовой техники до китайских смартфонов. И вот первые магазины, которые появились в интернете, это были именно магазины электроники. Это вот у нас были среди участников вебинара, и есть, я надеюсь, слушают сейчас. Это косметика, парфюмерия. И еще, то есть, здесь не написано, еще тоже выделяют, это товары для детей, это авторынок, то есть все, что связано с автомобилями, автозапчастями, тоже достаточно активно торгуют. Если мы посмотрим, вот это у меня слайд на конец 2015 года, то в целом, то есть наша аудитория – это жители нашего города, это вся Россия, это, может быть, это даже то есть, аудитория за рубежом. Здесь у меня слайд разбит на 4 части. То есть вот самая левая колонка – это разбивка по нишам, процент покупателей, что покупают, например, мелкую бытовую технику в интернет-магазинах своего города. И мы видим, что процент достаточно большой. То есть вы, когда открываете интернет-магазин, вы можете ориентироваться, что у вас значительная часть покупателей будет из вашего города. В то же время достаточно много покупают и с других городов, то есть по всей России. И есть еще те, кто покупает за рубежом, и в том числе то есть в Европе и в Китае. Последний у меня слайд. Здесь мы по этим категориям, вот около 10 категорий, можем посмотреть, вот, что именно пользуется спросом. То есть я еще не говорил про стройку. Не знаю, есть ли у нас кто-то тут, кто торгует строительными материалами, про мебель. Товары для ручной работы, товары для спорта сейчас популярны, в том числе с общественным явлением, что спорт стал более популярным, то есть с олимпиадами, что проходили, что еще будут, что сейчас идут. И те же данные сгруппированы, то есть вот это чисто российские, китайские магазины. Было в прошлом году явление, что сильно поднялся доллар, поэтому то есть, сейчас будет некий отток, то есть, от зарубежа к отечественному производству, то есть будет чаще покупать в российских магазинах. А в общем, свет есть в конце тоннеля, рынок перспективный. Для себя, вот я вот не видел, сейчас посмотрю вопросы, немного прервусь. И почти все, кто мне отвечали, это те, кто уже чем-то торгует. А если у нас те люди, которые только планируют создать свой первый интернет-магазин, и это как первый бизнес у них будет, то есть напишите, пожалуйста, вопрос в вопросы. Так, смотрю, что... есть те, кто только создают. Вот этот слайд у меня, это консолидация ниш, он будет вам отправлен еще в отдельной презентации после вебинара. Можно смотреть, насколько ниша занята крупными игроками. Потому что есть, например, ниши, например, как книги Озон, где уже то есть один топовый игрок, Озон и Трест, они заняли почти всю нишу. И есть ниши, которые мало консолидированы. То есть там это в том числе у меня на слайде, например, я читаю зоотовары, это в том числе для дома товары. Это интернет-аптеки, как ни странно, косметика и парфюмерия, то, что у нас есть, подарки. И
опираясь на последние данные, то есть какие ниши чаще всего, больше всего росли вот именно в конце 2015 года, то есть на наиболее свежие? Да? То есть это товары для спорта, животных, детей, обуви и питания. Электроника и техника, косметика, парфюмерия, несмотря на то, что сократилось количество онлайн покупок, в целом эта ниша, то есть пользуется большим спросом, то есть ну, составляет большую долю сегмента онлайн покупок. Для чего я сейчас вам рассказываю про эти ниши, про эту статистику? Один из принципов выбора ниши, то есть мы это еще посмотрим, это то, что смотреть ту нишу, которая пользуется спросом. И выбирать сначала по нише, которая пользуется спросом, для себя 2-3 ниши, а потом уже искать в этой нише поставщиков, например. То есть, что, есть ли возможность торговать и изучать конкурентную ситуацию. Ну, собственно, деньги есть. Это хорошая новость для нас, для всех. Деньги в интернет-торговле. И в ближайшие года то есть, еще будет интернет-торговля развиваться и расти. Собственно, если мы выбрали нишу, то у нас встает вопрос, где искать поставщика. Я составил MadMap, который то есть, можно будет потом запросить и посмотреть. То есть, если мы начинаем первый свой интернет-магазин, то какие есть у нас варианты? Есть варианты дропшиппинга, то есть есть большое количество производителей, которые позволяют быть вам посредником, который только предоставляет электронную площадку, а непосредственно заказ передавать на доставку напрямую производителю, то есть ну, за минусом своей какой-то комиссии. То есть это вариант посредника. Как искать поставщика. Есть варианты брать сайты агрегаторов оптовиков. Я сейчас некоторых даже покажу, например. И выбирать среди них. Сейчас, минутку. Ну, это непосредственно площадка. Дальше. Есть российские оптовики. И есть принцип выбора ниши, когда мы берем какой-то товар, локомотив, и закупаем его на крупных площадках. Например, я расскажу про те товары, локомотивы, которые уже прошли, которые сейчас идут. То есть когда только появился iPhone, да, то есть это был такой товар, локомотив, что были монобрендовые магазины, которые только торговали айфонами. То есть сначала iPhone, потом был товар, это наносимка для iPhone, тоже было такое. Сейчас, вот с начала этого года, то есть есть волна, то есть это вейпы. То есть рынок вейпы, ну, как это, следующая волна за электронными сигаретами, то есть сейчас пользуется спросом и очень много создается магазинов. На этой же волне, то есть есть гироскутеры, также самокаты были. То есть было очень много предпринимателей, что их закупали на площадках китайских и продавали у нас. То есть, собственно, на этой волне. Дальше про принципы поиска поставщика и смотрю по времени, то есть буду уже заканчивать, переходить к непосредственной демонстрации. Да, можно искать каких-то специфичных поставщиков на отраслевых конференциях. Это тот сегмент, тот вариант, когда ниша может быть не настолько большая, но она узкоспециализированная, да, и у вас есть возможность, не вкладываясь сильно в интернет-рекламу, да, делать продажи. То есть за счет того, что в этой нише меньше конкуренции. Так, ну, про совместные закупки сплочены, это тоже один из вариантов. То есть на этапе, когда у вас малый объем трафика, малый объем оборота, да, то есть участвовать в совместных закупках и тем самым дешевлять товар свой. Именно закуп. Так, перехожу дальше к презентации.
Ну и то, что касается практики, то есть где и алгоритмы выбора ниши, то есть где деньги вашей ниши. То есть прежде всего, то есть это самый простой инструмент, который вы можете использовать всегда, то есть это Wordstat Яндекс, то есть для того, чтобы посмотреть, как часто ваши товары ищут в интернете. Вот, давайте я возьму те же примеры, вот, например, те же вейпы. Сейчас возьму регион. Например, Москва. Кстати, напишите в вопросы, из какого города вы, и мы тоже на вашем примере посмотрим. Так, Москва и Московская область беру. Так, видим, что по вейпам запросов 27 тысяч в месяц, и видим связанные запросы. Давайте теперь купить iPhone, например, так. Видим, то есть размер, то есть вот здесь уже 176 тысяч. Для чего мы это делаем? То есть это первый, скажем, такой оценочный фактор, по которому мы понимаем, насколько наша ниша популярна именно в интернете. Потому что чаще всего старт бизнеса, да, свой, то есть ошибка, которая чаще всего бывает, это то, что не соотнесено размер спроса и предложения. То есть, что спрос меньше, чем ожидал предприниматель. Так, так. Так, вот есть Ирина. Ирина из Минска. Ага, я вижу. То есть, так. Екатеринбург, Санкт-Петербург, Саратов. Давайте вот сейчас я возьму, ну, например, то есть Саратов, Калининград. То есть посмотрим, как будет отличаться. Так. Все. Открою. Саратовская область. Вот нашел. Это город Саратов. Так, сейчас ну-ка. Выберем. Да, видим, то есть было 176 тысяч, и осталось их 3 тысячи запросов в месяц. Вейпы 440, а если мы введем электронную сигарету, что раньше появилось. Ну, вот смотрите, по электронным сигаретам гораздо больше запросов. Даже сейчас то есть, волна еще не дошла, либо так понимается. Так, смотрю еще вопросы. То есть, кто еще? Так. Симферополь, Украина, так, Екатеринбург. Кстати, по поводу регионов, вот у меня слайда не было, то есть сейчас я еще его покажу, то есть если он не будет дальше. Если смотреть рынок российского интернета, да, то есть интернет-продаж, то на Москву, Московская область примерно приходится четверть, если не треть рынка, то есть вместо с Московской областью. А на всю остальную, на еще Санкт-Петербург еще где-то 10%, то есть и у нас где-то 60% остается на непосредственно регионы, на города-миллионники, поэтому имеет смысл, то есть, создавать интернет-магазин не только в Москве, да, но и, соответственно, в Екатеринбурге, Саратове и дальше, потому что много людей берут именно в своем городе, совершают интернет-покупки. Итак, мы посмотрели, смотрите, что мы первое сделали. Мы посмотрели, насколько ниша пользуется спросом. То есть это можно сделать еще до запуска проекта, то есть и уже потестировать. В том числе можно дать рекламу в Яндекс.Директ и посмотреть, просто оставить телефон какой-то, что звоните, то есть сколько будет людей звонить, сколько будет писать на почту. Так, дальше, второй момент, что можно посмотреть. Можно посмотреть сайты конкурентов и посмотреть какие-то счетчики, то есть сколько у них посещаемость. Для анализа конкурентов уже давно существует сервис, я сейчас покажу, то есть, который позволяет примерно проанализировать, то есть, ну, сколько денег они вкладывают в рекламу и по каким запросам рекламируются. Например, вот SpyWorks, то есть давайте я вот введу Wildberries сейчас. Известный магазин одежды. Кстати, я не видел, что есть ли у нас кто-нибудь, кто одеждой торгует среди тех, кто участвует в вебинаре.
Вот, например, Wildberries. То есть видим запросы в контекстной рекламе, в Яндексе, в Гугле. Какие именно запросы, какая позиция. Дальше есть уникальные объявления, изменение позиции. Ну и так можно посмотреть. Есть еще другой сервис именно по Москве, Московской области, продвигатор, который работает. Тоже позволяет достаточно интересную информацию получить. Так, окей, Серпстат называется. Тоже позволяет строить различные графики, то есть и смотреть, как продвигаются конкуренты. Вот, например, ключевые фразы в контексте, которые используются. Под домены, страницы с наибольшей видимостью, вот тоже SEO. Конкуренты в контексте. Вот, соответственно, конкурировать с большими магазинами бессмысленно. Здесь лучше всего выбирать какую-то свою нишу, под нишу в том числе. Так, собственно, просмотрев конкурентов, просмотрев посещаемость, выбрав поставщиков, мы можем уже для себя выбрать, в какую именно нишу идти, то есть где мы сможем сделать предложение, которое будет чем-то лучше конкурентов. Это может быть в том числе конкуренция по сервису, например, очень часто, например, берут в интернет-магазине, потому что в интернет-магазине удобно брать и удобно выбирать, то есть и есть доставка, не тратить свое время. Это может быть конкуренция по цене, первая конкуренция, которая вообще идет, которая появилась в интернете, почему шли в интернет, потому что было дешевле. То есть, либо конкуренция по ассортименту, что какой-то эксклюзивный ассортимент, которого нет в вашем городе. Продолжим. Я собрал здесь некоторые ресурсы, которые можно почитать тому, кто стартует свою интернет-торговлю. То есть это сайт Shopolog, это сайт про различные интернет-магазины, сервисы, про грабли, то есть это как раз ресурсы от 1SBitex. Такой здесь в том числе и технические вещи есть, и маркетинговые. И WebDela – это блог про юзабилити магазинов на Bittrex. Тоже интересно почитать. Продолжим. Это резюме. Да, анализируем ниши конкурентов, ищем поставщиков, сводим сумму факторов вместе и выбираем. Собственно, большому кораблю большое плавание. Когда мы выбрали нишу, у нас встает второй вопрос. А теперь как привлечь покупателей в наш магазин? Как сделать так, чтобы они у нас покупали, чтобы они видели наш сайт. И здесь перед тем, как вкладываться с рекламой, нужно определиться с курсом, то есть понять, как вообще делаются продажи в интернете, как выбирают покупатели. У меня есть слайд, что покупают сколько в российских, сколько в зарубежных магазинах. Я сейчас некоторые вещи буду пропускать, потому что время у нас поджимает. Остановлюсь только на самом главном. Вот то, что я говорил. Да, то есть значительная часть покупает и в регионах, и в городах миллионников. Вы должны понимать, что бизнес-модель интернет-магазина – это то, что каждый ваш покупатель вам принесет еще такой показатель lifetime value, то есть еще сколько-то покупок, то есть за свой жизненный цикл. В среднем это 7,7, да, то есть онлайн-покупок в год. И если вы владеете аудиторией, то есть если у вас есть лояльная аудитория, то есть это проходит со временем, то уже не настолько важно, чем торговать. Например, у меня было такое, что, например, наш магазин спортивный, то есть наши клиенты, то есть они под Новый год разместили у себя елки и успешно торговали елками, просто потому что это, ну, было актуально в тот момент для их покупателей, а для магазина было несложно. Также можете поступать и вы, и в целом есть такой тренд, что, то есть, начав одну нишу, то есть магазин потом выходит на другие ниши, на больше ниши. Итак, как же выбирают покупатели? Здесь я обращу внимание, то, что половина, да, выбирает по цене, еще треть по тому, что удобство, есть удобство, как удобнее выбирать, так и удобнее было заказать в интернет. И продолжу дальше. Так, в том числе, сам рынок интернет-магазинов, я говорил, что около 2-3 миллионов мировой, то есть, ну, если мы посмотрим, то есть, кто где покупает, то лояльные покупки, то есть, тогда, когда люди знают, в какой магазин они обратятся, они составляют половину.
Еще 25% они составляют, это те люди, которые заранее знают несколько интернет-магазинов и выбирают среди них. И вот этого пирога реально те люди, за которых мы с вами боремся, когда создаем свой новый интернет-магазин, они составляют еще 27%, это вот эта четверть. И наша цель это то, чтобы они как раз приходили в тех лояльных клиентов, которые потом будут нам давать основную маржу прибыли. То есть важен с первых этапов важен сервис и качество. Ну, какой вывод? Вывод, что нужно дружить с клиентами. И, собственно, воронка продаж, то есть по факту дружбы, то есть у вас увеличивается количество клиентов, да, то есть вы их удерживаете. И потом можно применять те же инструменты маркетинга, которые есть в том числе в платформе 1xBittrex, например, e-mail рассылки. То есть они уже встроены и не нужно обращаться на какие-то сторонние сервисы. Ну и такой вопрос, как сделать первые продажи. Вот как раз там, где мы смотрели, где битва магазинов, где конкуренция. Как именно выбирают? Этому будет посвящен отдельный вебинар, уже не в моей части, именно по продвижению в интернете. Это 47%, то есть через поиск в интернете, что вы должны быть представлены, то есть на первой либо на второй странице поиска, в зависимости от того, насколько ваша конкурентная ниша. Здесь я обращу внимание только, что вот если вы из традиционного торгового бизнеса, что только 2% выбирали по рекламе не в интернете. То есть какие-то баннерная реклама, скажем, листовки, они не очень работают в сфере интернет-торговли. То есть, ну, в каком-то конкретном случае, возможно, да, но в среднем не работает. Ну и то, что касается удобства. Потому что удобство – это второй фактор после цены, по которому выбирают интернет-магазины. Обратите внимание, что практически все, что связано с удобством, то есть это и описание товаров, и наличие отзывов, и понятная информация, подробная и понятная информация об условиях доставки, это все связано с наполнением магазина, даже не с технической частью. То есть, ну и даже думаю, организация каталога, только вот оплата онлайн связана с технической, то ну, немного, потому что она достаточно типовая, делается ну, там, в первый же день, то есть платежный гайдер подключается. Это к тому, что основной фактор это человеческий, то есть грамотное наполнение магазина. Ну и про критерии 2017 года, то есть, которые были, то есть Никита уже говорил очень много, то есть ну, примерно половина трафика сейчас идет с мобильных устройств, очень много идет персонализации, то есть это big data, то есть какие-то персональные предложения, они есть в том числе в Bittrex. И сейчас практически все интернет-магазины выходят, крупные, выходят в офлайн, а офлайн-магазины в онлайн. То есть сейчас приветствуется многоканальный подход, когда вы, например, рекламируетесь много где, то есть Яндекс.Директ, и там какие-то группы ВКонтакте, какой-то ретаргетинг и какие-то свои офлайн-центры. И отовсюду, то есть приходит трафик, приходят покупатели люди. То есть не буду останавливаться подробнее. Собственно, про те же мобильные устройства, да, то, что вот половина трафика с мобильных устройств. В Японии еще вот это четвертый квартал 2014 года, то есть в Японии еще в 2014 году, то есть уже половина вообще всех интернет-покупок были с мобильных устройств. У нас на тот момент было только 20% покупок с мобильных устройств. Сейчас, соответственно, то есть их будет больше. То есть их уже больше. Это про то, что когда вы делаете интернет-магазин, то есть первое, что делаете, это там, проверяете, что он корректно отображается на мобильных устройствах, на смартфонах. Кстати, эту вещь, вот эту особенность я затрону именно в практической части. То есть, что здесь есть важного. Так, про какие-то конкретные ниши я сейчас не буду останавливаться. И в целом, то есть перейду к демонстрации решений, которые у нас есть, какие-то готовые интернет-магазины и постараюсь вот по тем, у меня есть примерно 10-15 минут, по тем нишам, которые вы написали, привести примеры. Сейчас посмотрю, еще вопросы были, еще ниши. И еще 10 минут мы с Никитой поотвечаем на вопросы. Так, смотрю, то есть так, пока не говорили, то есть я смотрю, что у нас есть автозапчасти, сантехника, косметика. Автоаксессуары.
Мебель, есть мебель, то есть у людей, так, косметика, есть услуги продажи оргтехники, отлично. Давайте перейдем к демонстрации решений. Я буду показывать на основе нашего решения Bitronic 2, то есть как раз в том числе мобильность и адаптивность. Это универсальный интернет-магазин. У нас, кстати, на вебинаре есть слушатели, которые им пользуются, в том числе в целом. То есть сейчас, если вы делаете интернет-магазин или выбираете готовое решение, практически любое готовое решение, и вот я сейчас показываю, то есть, например, у меня сейчас стоит бытовая техника, да, то есть можно заточить под любую нишу, потому что Bittrex настолько гибкий, что вы можете любые товары продавать, просто создавать нужные свойства там товаров, то есть, и использовать магазин, то есть такой конструктор. Ну, это вот как пример, да, то есть сейчас вот, например, покажу, что у нас там были автозапчасти, например, автомасла. То есть для того, чтобы люди видели, мы сделали контент, да, что действительно, что на практике. То есть вот, причем здесь меняются немного настройки магазина, в том плане, как он внешне выглядит, а используется точно так же один и тот же шаблон. То есть, вот, сейчас, например, магазин игрушек. Отлично. Так, про адаптивность, про то, что про отображение на мобильных телефонах. Есть дилемма, дилемма любого интернет-магазина, то есть делать его лаконичным, простым, либо то есть больше функционала, больше информации. И в том числе, как адаптировать магазин для мобильных устройств, то есть какие элементы там показывать. На примере показываю, да, что изменяя размер экрана и размер браузера, что магазин адаптируется и другие элементы отображаются, что он корректно отображается на мобильных устройствах. Важный момент другой. Обратите внимание, практически любой шаблон, то есть это обычно готовый дизайн. Мы решили сделать так, что нас часто спрашивают, например, сделайте, например, каталог не сверху, а слева. Там, или, скажем, то есть верхнюю строку, там, корзину сверху там, или снизу. То есть вынесли то, что чаще всего люди спрашивают по изменению дизайна, в отдельный блок настроек. То есть это магазин, получается, трансформер. И здесь мы можем выбирать, какие именно элементы показывать в персональной версии, например, сейчас я с ноутбука вам веду этот вебинар, а какие в мобильной. Например, у меня стоит так, что указано, например, что элемент купить в один клик, что он есть и в мобильной версии, и в персональной для большого экрана. То есть я могу убрать. Ну, с мобильной сейчас не покажу, да, то есть давайте покажу в персональной, да, а потом уберу. Могу практически любой элемент, то есть мы смотрели, что можно убрать, что можно добавить, например, стикер процент скидки с мобильной версии, чтобы ее не перегружать, чтобы можно было отображать ваш сайт корректно, ну, на любом устройстве. Смотреть только то, что нужно. Итак, мы видим стандартно для интернет-магазина, да, то есть верхнюю шапку меню, поиск, видим сам каталог, слайдер, сменяющийся по товарам, спецблоки товаров, которые мы рекомендуем, хиты продаж, какое-то наше УТП и отзывы покупателей, собственно, еще супервыгодные цены. Так, и элемент там купить в один клик должен быть. Сейчас я посмотрю в магазине электроники, покажу. Идем в настройки. Так, я смотрю общий для разных страниц, а главную страницу я это не смотрю. Сейчас посмотрю на главную страницу. Так, успей купить. Давайте сделаем вот, успей купить.
Да, успею купить, это я хотел показать вам как из инфобизнеса баннер, да, то есть как некая акция распродаж, которая идет только один день, например, осталось только, скажем, там, вот осталось 514 штук, уже продано столько-то, и что до конца распродажи один день, то есть вот такой элемент. Собственно, я его сейчас добавил, давайте как пример я изменю сейчас значительно дизайн. Ширину рабочей области на весь экран. То есть, видите, он не ограничен, сейчас будет на весь экран. Так, цвет фона сайта оставим белый. Так, шапку поменяем. Вот примерно так такую сделаем. Так, сделаем flat дизайн. Он будет у нас полегче. Так, и настроим, чтобы у нас отображалось, например, спецблоки сразу все. И корзину мы сделаем, закрепим ее сверху. Сохраню. Ну, собственно, сейчас вот сайт выглядит так. Главная страница. Спецблоки у нас подгружаются. Да, вот они, мы их видим. И смотрим. А у нас здесь используется AJAX-технология, которая позволяет подгружать элементы без перезагрузки страницы. И дальше я еще затрону один момент. Вы, наверное, видели, что где-то у меня были валюты рубли, где-то у меня были валюты гривны. Был вопрос уже раньше в чате про то, как переключать валюты. То есть, есть ли возможность, там, например, сделать там для одних рубли, для других гривны, и вообще торговать на весь мир. Собственно, такая возможность есть. Сейчас я ее покажу. Да, включим переключатель валюты. Да, вот он у меня появился здесь, раньше его не было. Что он делает? Мы вот сейчас можем выбирать, в какой валюте нам показывать цены. То есть цены автоматически пересчитываются. И, например, если вы торгуете товарами под заказ, например, что у вас постоянно пересчитываются цены, то есть вам, например, ваш... Михаил, по-моему, у меня звук пропал. Ну, что-то я тебя не слышу. Раза три, слышно ли меня? Никита. Да, вот теперь слышно. Ага, отлично. Если вдруг я пропадаю, говори, потому что тут я рассказываю и не вижу.
ты да. Что последнее ты слышал, скажем так, давай так. Никита пропал, давайте я посмотрю. Мы сейчас заглянули на страницу результатов поиска, и мы в результатах поиска видим в том числе то, что мы искали, например, то есть я искал iPhone, то есть все запросы по iPhone. И в то же время я вижу блоки, что я смотрел, и вижу, что мне рекомендуют еще посмотреть. Вот что именно показывать на статье поиска, мы можем отдельно настраивать. Активные функции, вот страница не найдена. То есть, например, у меня сейчас стоит все, вы смотрели. Я могу поставить Big Data, например, самый продаваемый товар. Просто. Персонализация такая. Ну, давайте еще раз поищем. И покажу. Пока у меня интернет грузится, на примере вот рассказывали, что люди торгуют расходными материалами. То есть покажу вот пример вот решения. То есть то же самое Bitcoin 2, то есть используется под расходные материалы. Угу. Вот результат поиска. Так. У меня вот только что осталось, только то, что смотрел. Окей. Продолжим. Про строку каталога. Здесь я хочу обратить внимание на то, что в подборе по параметрам мы можем не только смотреть какие-то конкретные параметры, наличие на складах, да, то есть и сразу автоматически получать список товаров, которые им не соответствуют. А можем в том числе искать по наименованию. Все беру, например, вот стоит первый вот тик. Да, соответственно, у меня нашелся товар. То есть это возможность быстрого поиска, то есть сделано именно на нашем решении. На что бы я еще обратил внимание, что, конечно, то есть люди покупают бренды. Здесь сразу сделано так, что вы можете выбирать, то есть, какой-то конкретный товар бренда. А если вам не нужно, вот если мы торгуем на монобрендовыми товарами, то этот блок можно убрать. Я могу выбрать Sony, например. То есть, ну, таких товаров нет. Давайте, например, берем другой раздел каталога. И покажем. И после этого перейдем непосредственно в карточку товара, как она может быть. И то есть, я вам покажу еще то есть настройки именно уже карточки товара, которые есть. Так, продолжим. Но мы берем, например, бренд Philips. Да, соответственно, мы видим только Philips. Мы можем выбрать вид, в котором нам показываются товары. В том числе для тех, кто планирует торговать оптом. Здесь можно создать как минимальную партию товаров, также то есть для тех, кто планирует федеральный магазин. Сейчас покажу на примере нашего решения про версии. То есть можно сделать так, что в зависимости от города будет показываться разная цена. На это как раз вот старшая редакция бизнес, кто-то запрашивал у меня, что вот разные типы цен. Смотрите, здесь мне сейчас сказано так, что оптовая, мелкий опт и цена в наличии. Причем, если я положу, ну, сразу давайте 15 штук. Сейчас у меня цена 20, да? Вот штук. Корзина. Можно сделать, чтобы цена сразу менялась, зависит от количества. И я что хочу показать, это сейчас 20 АТУС, да, то есть давайте сменим город с Красноярска на другой, ну, тоже Москва, например. Да, видим, что теперь АТУС стоит 37 тысяч. Конечно, такая разница в 10 раз, она по жизни не всегда, мы здесь для примера ее делаем. То есть это вот отличие Pro-версии на редакции бизнеса как раз для оптовиков. Здесь есть возможность выбора цены, то есть именно зависит от города, от склада, причем меняется не только цена, но и меняется наличие на складе, то есть конкретного товара, например. Пойдем.
карточку товара. Причем здесь же в карточке товара мы видим стоимость доставки. То есть у нас интегрировано с модулем доставки, сейчас она рассчитается у меня. Да, вот, доставка в Москву, самого бесплатная, служба ИПР 100, новая почта 136, можно выбрать другой город, например, давайте в Адыгею. Вот, смотрите, сразу посчитала, сколько в Адыгее. Единственное, то есть такой момент, автоматический расчет доставки, он немного увеличивает нагрузку на сервер, его можно отключить, чтобы она считалась не сразу при заходе в карточку, а при выборе, то есть именно куда ему доставлять. И что я хотел вам показать. Мы зашли в карточку товара, то есть видим цену, видим характеристики, видим в том числе тот момент, который актуален для любого интернет-магазина, который только начинает. Где взять отзывы? То есть, потому что своих отзывов еще мало. У нас отзывы автоматически подгружаются с Яндекс.Маркета, и в том числе есть возможность выгрузки в Яндекс.Маркета. Поэтому покупатель сможет посмотреть и понять, подходит ему товар или нет, не только по цене, да, но и потому рекомендуют ли этот товар другие пользователи. И больше доверяют вам, как магазину. Так, нахожу настройки. Ну, то есть то, что актуально для прогородов. Я хотел показать вам именно то есть, наличие на нас на складах. То есть вот сейчас у меня покажутся сразу дополнительные цены, сейчас я их убрал. Сделаю, что сохраните. Да, теперь показывается одна базовая цена. То есть дополнительные цены не показываются. И мы видим, что товар в наличии. Можем посмотреть. Вот Москва, то есть где он, сколько в наличии, причем вот сейчас в графическом виде можно и в количественном посмотреть. Давайте я выберу, что теперь что? Красноярск. Не город, Красноярск. Смотрим в наличии. Да, вот теперь видим другие склады Красноярска. То есть, и другое наличие. То есть, что отдельно считается, то есть не только цена меняется, но именно, то есть берется именно с текущего склада. То, что я вам хотел показать на примере магазинов, да, например, магазин Apex Store. То есть как раз на основе нашего решения Bitron 2 сделан магазин расходных материалов. Вот так он выглядит. Ну, можно посмотреть. Вот имя. Какие-то новости, статьи, и давайте зайдем в конкретный товар, посмотрим. Тунер Киосера, видим параметры, видим блок, вот не забудьте добавить к заказу, все видим. Возможность купить в один клик, то, что оставить просто свои контактные данные, да, и чтобы с нами связался менеджер. Еще у нас были на вебинаре, у нас были люди, которые торгуют автозапчастями, по-моему. Давайте посмотрим. По автозапчастям. Сейчас даже я посмотрю. Так. У меня открыт специальный файл, где собраны по различным направлениям внедрения. То есть вот одного и того же шаблона. Нет, посмотрим. Вот запчасти не видим. Вот наш красноярский магазин, я сейчас извещаю Красноярска, Спартамаркет. То есть, собственно, этот магазин автоэлектроники развивается, как раз он находится на Pro-решении. Активно развивается. Ну вот, например, Лада Мастер, то есть магазин в Москве. То есть, торгует запчастями именно от Лады. Я вам показываю вот решения, то есть разные, то есть на разные внедрения наши. То есть, а где вообще посмотреть всю информацию, например, по тем же шаблонам? Лучше всего смотреть на маркетплейсе Битрикса, либо на нашем сайте Ромза. Я вот сразу зайду и покажу. Сейчас у нас также идет акция,
Вот, в августе, то есть есть скидки на лицензию Bittrex и есть скидки в том числе на наше решение. Оно там на 250, сейчас 30% скидки для самого бизнеса, но получается около 44 тысячи. То есть с игровой поддержкой, с установкой. Ну и в том числе можно написать нам, напрямую, то есть тоже, то есть получить еще дополнительные бонусы как часть вебинара. Вот, здесь мы видим, что мы видим все описание, все возможности. Я от себя только скажу, что именно по этому решению, то есть у нас в том числе, то есть каждый месяц мы выпускаем обновление функционала, потому что интернет-торговля развивается динамически. И в том числе платформа Bittrex постоянно развивается, поэтому, чтобы быть впереди, надо постоянно улучшать решение, чтобы оно отвечало потребностям предпринимателей, то есть и позволяло успешно продавать. Где же есть отзывы? И я от тебя скажу, что когда вы смотрите различные решения, то есть даже не только наши, то есть выбирайте, смотрите, как часто оно обновляется, то есть как часто разработчик его обновляет, и смотрите в том числе еще отзывы и количество установок. То есть наше решение преимущество. Тут верхний счетчик через 411 дней, но по факту их больше установок. И теперь я хотел бы перейти к бонусам для участников вебинара, сейчас сразу перелистаю, и поотвечать на ваши вопросы. К сожалению, в формате именно вебинара, то есть техническую часть не полностью, то есть не рассказать, да, то есть еще будет техническая часть про Bittrex, техническая часть про наши, еще тоже можно рассказывать целый час. Поэтому это как-то отдельная ссылка после вебинара прочитаем. Про бонусы для участников. Ну и, собственно, наша идеология, то, что быстро создавать, на готовом решении вы можете быстро создавать, вместо того, чтобы 3-4 месяца разрабатывать. Итак, какие бонусы? То есть у нас будет аналитика для участников по рынку интернет-торговли и вот этот майндмап по поиску ниши. И скидки участникам вебинара в августе. Это, то есть, будет отдельной рассылкой, да, то есть то, что у нас здесь, это акция на Marketplace. Я от себя сейчас брошу в конце, то есть ссылку на обратную связь, то есть если запомните ее там, скажем, сегодня, то есть мы быстрее вам скинем эти дополнительные материалы. Теперь вместе с Никитой я поотвечаю на ваши вопросы, на то, которые у вас сохранились. И то есть будем заканчивать вебинар, и, собственно, 16 числа еще встретимся на второй части. Вопросы. Так. А что-то я особо не вижу вопросов. Так, вот я их вижу, то есть вот, но они как-то идут в нехронологическом порядке. Странно, да, я тоже обратил внимание. Да. Валерий Сивцов, где найти запись вебинара? Это будет рассылка записи вебинара, но вообще на официальном канале YouTube один из битых будет. Запись вебинара. Эмилия Соколова, про выбор валюты, последнее со звуком. Выбор валюты, то есть я рассказывал, что можно на прямом сайте переключать выбор валюты, то есть так, чтобы, например, вы загружаете на сайт товар в условных единицах, например, в долларах, да, скажем, и каждый день по курсу рубля они пересчитываются. Мы выбираем валюту рубль, гривны или что-то еще. То есть это позволяет более удобно управлять ассортиментом. Дальше. Так, вижу вопросы, что были, что не слышно. Не слышно, да. Ау-ау. Так. Кто затрагивает решение Bittronic, например, интеграцию с 1С, в которой есть вопросы в... Дальше не вижу. Ну, я скажу, что по поводу интеграции с 1С. То есть интеграция 1С типовая, то есть не зависит от того, что решение Bittronic или там какое-то другое. То есть такая же стандартная интеграция, то есть работает отлично. Ухов Роман спрашивает, есть ли пробный период для Bittronic? Для Bittronic 2, то есть нету пробного периода, то есть есть возможность на нашем демо-сайте потестировать его как пользователя, мы в том числе мы можем вам деньги начислить, чтобы там заказы поохраняли, понастраивали под себя, либо там идеально под вас, да, скажем, что, чтобы консультацию провести. Вот, и в целом, ну, по решению интернет-магазина обычно нет. Так, Александр меня спрашивал по поводу ниш, что сегмент товаров для активного отдыха и спорта один из наиболее перспективных и растущих.
Откуда такая информация и где можно получить более подробную информацию именно про данный сегмент и его отдельное направление? Информация из исследований Яндекса, то есть каждый год есть, ну, в том числе, будет делать рассылку, проводятся исследования по рынку интернет-магазинов, да, то есть такие ниши быстрее растут, падают, то есть, и их достаточно просто найти и почитать. Вот. Так, спрашивали меня вот спрос на радионяню, то есть вот только сейчас увидел этот вопрос, что смотри, что ли ставить. Давайте быстро посмотрим, я вот выберу, ну, то есть хоть был вопрос, ответим. Радионяня. Няня не знает, правда, где. Давайте сравним, например, Саратов и Москва. В Саратове 18, а в Москве сейчас я посмотрю. Пролистаю. Так, а в Москве 1100. Ну, относительно немного, но я не знаю, может быть, радионяня не очень дорогая, поэтому достаточно хороший может быть спрос. Так. Собственно, какие еще вопросы были у нас? Да вроде все ответили. Что не ответили, ответим на следующем вебинаре. Ну, все отлично. Тогда я тебя еще, то есть, сейчас закину в вопросы, то есть попрошу заполнить обратную связь, то есть по вебинару, то есть именно от на нашей части. Вроде отправил. Так, давайте еще пару минут на вопросы и тогда то есть будем заканчивать, потому что если не появится. Вот я вижу вопросы, то есть интеграция с 1С розницы. Вот, вижу вопросы, они у нас почему-то не отображаются адекватно времени. Интеграция с 1С розницы или другой версии. Есть сайт victoria1s.1s-bitex.ru, там указаны все версии 1С, с которыми интегрируется. По умолчанию большинство интегрируется с 1С в управлении торговлей, то есть ну, сейчас уже 11 версия большой. Антон Гусев, про интеграцию с Bittrex24. Интеграция с Bittrex24 есть, она штатная, то есть туда заказы передаются. Так, Дмитрий Громак, где будет выложена информация о поиске поставщиков? Так, информация, то есть я сбрасывал анкету обратной связи, то есть заполните, то есть я, собственно, кто заполнил, отправлю информацию, то есть либо повесить как мне передадут вот список участников вебинара, то есть делаю рассылку. Так, радионяня, то есть я так, по обратной связи, то есть просит ссылку, сейчас отправлю. То есть и радионяня, то есть я сам первый раз то есть, смотрел. Возможно ли создание сайта визитки? Галина Картасова спрашивает. Галина, да, возможно, то есть на платформе GameBitrix можно любой сайт создавать, в том числе, то есть сайт визитки более простой, его можно на более вашей редакции сделать, которая меньше стоит. Там от редакции старт за 5000-10. Так, бросил вопрос. Так. И вот у нас Никита пропал. Стоимость годового сопровождения, то есть здесь зависит от редакции 1С. Я, на самом деле, на этот вопрос отвечал. Да, ну все тогда, все. Просто вопрос появляется, вот смотришь, где они появились, и как-то это непоследовательно, скажем так, с точки зрения нашего интерфейса. Тогда заканчиваем вебинар. До связи, Никита, то есть передаю тебе слово. Ну, на самом деле, спасибо всем, кто дослушал до конца нас, и ждем вас во вторник на вторую часть. В это же время. Угу. Все, спасибо, Михаил. Ага, спасибо, спасибо, тогда заканчиваем. Угу.